Всем привет, друзья! Вы на канале GameTuneRu, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в Tomb Raider. Нам нужно спасать Саманту от Матиса, ну, собственно, и мы должны уже как раз вместе с этим разгадать всю загадку этого острова, императрицы Пимика. Местонахождение Зиккурат. Вау. Не слабо. Не слабо здесь вообще настроили на этом острове. Как это все только делалось. Что-то просто невероятное. Самое главное, друзья, что и в реальной жизни такое бывает. Да мы метки. Давай я сейчас его застрелю. Так, ясно, он свалил. В общем, что-то мы поговорили. Я бы его точно застрелил. Но Лара решила по-другому. Куда нам здесь цепляться? А, вот, наверх. Наверх, друзья. Есть, погнали. Цепляемся. Опля. А, вот сюда надо перепрыгивать. И... ништяк. Зацепились. Теперь, видимо, направо. Да, вот сюда. Получится ведь, да? Да, красавц. Красавица. Опа. Окей. Так, минуточку. Я же там только был. Мне кажется, надо куда-то еще пролезть. Вот как-то, может быть, наверх. Или здесь что-то есть интересное. Так, так, так. Ну, хз, давайте здесь попробуем подняться, вот, например. Нет, не работает это дело. Нет, ну значит, скорее всего, туда, друзья. А, вот же скала. Цепляемся. И... да, вот это был сложный прыжок. В игре, конечно, может быть, не настолько, но... в настоящей жизни это на грани просто. Ага, ну да, логично. Надо ломать эти ворота с помощью колокола. Ну-ка, минуточку. Может быть, его еще и подвинуть надо? Что здесь еще подсвечивается у нас? Вроде бы ничего. Ну, значит, этого угла нам должно хватить. Я очень на это надеюсь. Нет, мимо. Так, ладушки. Как же нам тогда это провернуть? Ну, давайте с этой стороны потянем. Может быть, ветром как раз дунет на ворота. Нет. Интересно. Так, дробовик. Не помогает. Секундочку, секундочку. Надо подумать. Еще оглядимся. Вот ветер у нас дует. Ворота. Колокол стоит криво.
Попробуем с разных углов потянуть. Может быть, будет какой-то толк вообще. Да, да-да-да. Все правильно. Ага, так. Здесь просто наверх. Получится ли туда у нас цепануться? Давайте попробуем. Да, работает. Отлично. Ух ты. Ух ты. Тихо, тихо, тихо. Цепляемся. Поднимаемся. А-а-а! Да, есть. Лара, берегись. Эти ублюдки направляются к тебе. Мы задерживали их сколько могли. Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь... Мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Смотри-ка, какая. Теперь она за нас. Прониклась чувствами. Опля. Да, а вот скала. Да-да-да. Я уж думал, все. Так. Опа. Хорош. Да, в это окно, наверное. Так, лады. Как-то нам надо наверх попасть. В общем, еще раз с помощью жумарчика. Ой-ой-ой. Так, ну вот. Например, перепрыгиваем сюда. Налево никак. Кажется, что надо вниз просто перецепиться. Ну тут точно некуда. Да. Ну давайте рискнем. Опа. Да уж, вот это было круто. И тут, по-моему... Так, давайте направо. Угу, угу. Да, вот это правильное решение. Найден новый лагерь. Преддверие Зиккурата. Так, что у нас по снаряжению? В принципе, все есть, все прокачано. Что на данный момент возможно. Правда, не собрал я полностью винтовку. Идем дальше. Ого, высоко нам надо. Есть. Поднимаемся. Ах, эти... приключения. И опа. Выше, выше. Вперед к нашей цели. Какая-то профессиональная альпинистка. Так, все, нормально. Здесь поднялись. Есть. Излейся и пробудись!
Вау. Так, ветром сдувает это все дело. Спасите Саманту. Задание не меняется. Это какой ветер. Ага. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Блин, ну вот это они лупят. Так, аккуратно. Да что ж вы какие бронированные. А вот еще. И он сверху. А! Перебегаем. Нет, 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 нет. Не успел. Так, давай еще разок. Ой. Минуточку. Давай, рубим его насмерть. Есть. Хорош. Это у нас вышло. Готово. Так, погнали. Собираем с них все, что можем. Может быть, еще нам это пригодится в больших количествах. Кстати, здесь можно наверх подняться. Нет, нельзя. Опять, опять меня сдувает. Это что еще? Самураи. Тихо-тихо-тихо-тихо. В общем, их завалило. Да, вот здесь наверх. Пробираемся. Вот Матис. Ого. Не слабо. Ах ты. Думал, он сейчас выпрямится. Ах, ах, моя голова говорит. Так, есть. Ой, ой-ой-ой. Ух-ху-ху, какой меткий. Забираем патроны. А, вот еще у нас бронированные. Два бронированных дядьки, но я их не боюсь. Так, второй. А, не получилось его сразу убить. Но сейчас-то мы его добьем. Да ладно! Толстяк! Еще. Да, второй молодец, молодец. Так-то просто было с ним совладать. Так, стрел у нас максимальные. Что такое? Это теперь самурай, что ли, еще? Целиться я не могу. Ну, хорошо. Ого. Нет, все улетели. Так, ну что, я перепрыгну? Здесь никак ни за что. А вот, минуточку. Веревочка никак. Кометой. Ну хорошо, давайте с разбегу тогда это сделаем. Есть. Упс. И прыгаем отсюда. А, ну когда же мы к нему подберемся? Быстрей, быстрей.
Толстяк. Я смотрю, бесполезно в него стрелять. Так, а что же придумать? Ой-ой-ой. Так, ну ладно. Как же с тобой драться? Ой. Не катит. Давайте еще разок, друзья. Опять. Ладно, попробуем со ствола сделать. С какого-нибудь. А, по спине надо стрелять. Да, он там меньше всего защищен. Так, давай еще лупи. Не жалей. Так, выстрел. Спереди слабых мест нет. А, вот как он еще машет. Какой молодец. Добиваем. Опс. Что-то я пропустил, наверное. Ударяем. Есть. Вот, отличный удар. Мы выполнили сейчас. Так, но это еще не все. Ой, ему и помощники еще идут. И от него надо будет закрываться. Ой. Ой-ой-ой, не увернулся. Так. Этих убиваем. Есть. Вроде все. Ну что ж, надо уворачиваться. Опс. Ох ты, иди-ка ты нахер, друг. Так, еще разок. Опа! Вот, в него так уже можно убить. Так, где еще второй? Я не понял. А, вот он. Давайте возьмем винтовочку. Стреляем по голове. Так. Надо добивать. Получи, козел. Еще получи. Еще давай. На. Крутим. Все. Огромная херня. Отлично, этого мы замочили. Сейчас мы должны прервать этот ритуал. Так, хорошо, ритуал здесь идет. Мать, босиком, он босиком ходит, да ладно. Метка, метка попал. Это козел. Выдал он нас. На, получи по горбу. У меня есть пистолет. Надо его по-любому. Так, 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 отвали от меня. Есть. Ага. Ну, с ним вроде бы покончено. Это крутотень. Сэмми. О, Сэмми. Слава богу. О. Лара. Что происходит?
хочешь? Я здесь. Все кончилось. Все хорошо. Все хорошо. Как же нам отсюда спускаться? Ты спасла меня. Я верила. Я ведь обещала. А теперь домой. Это Лара! С ней Сэмми! Она справилась. Думаю, она поправится. Что там было? Все кончено. Можно плыть. Ладно, давайте убираться отсюда. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Холодного мангового сыра. А мы с Алишей сразу же пойдем в пиццерию. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Я еду не домой. Да, это значит, что Лара отправляется к новым приключениям. Вот и прошли мы эту игру, друзья. Замечательная вообще игра. Мне понравилась. Просто шикарно. Шикарное приключение мы пережили с вами. Спасибо вам за просмотр. Обязательно возвращайтесь на наш канал. Подписывайтесь, комментируйте видео, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Вскоре выйдут новые игры и я уверен, что выйдет и новая часть Tomb Raider, которую мы обязательно будем проходить. Спасибо вам за просмотр. Все, я уже сказал, наверное, заговариваюсь. И всем удачи, играйте в хорошие игры. До встречи в новых прохождениях, друзья.